Вот так вот забита машина. Забита до отказа. Всем привет, я Александр. Вы на канале «С охотой на рыбалку». Сегодня я приехал на новое место, где еще не был. Со мной мои друзья. Сейчас я вас с ними познакомлю. Влад, его вы уже знаете. Серега, всем привет, друзья. И вот этой вот гоп-компанией сегодня мы для вас будем ловить, пытаться что-то поймать, жарить шашлычок. И также в этом прекрасном месте мы останемся сегодня с ночевочкой. Так что, поехали. Вот шашлычок на завтра замаринованный. Пока поклевок нету. Ждем. Вон Серега хорошего такого поднял прям. Нормально. Утренний карасик. У меня почему-то с Владом за два дня нету ни одной поклевки. Серый ловит у нас один. Ну хотя бы угли перегорают, уже положительный результат. Сейчас все будет. Рыбка ловиться не хочет, но хотя бы мяска покушаем. Положительные моменты такие. За рыбалку. Вон у Серого момент. Малыш, ну все же, для этой рыбалки это нормально. Для этой рыбалки это нормально. Ну, тот, кто ловит, тот не ест. Ну, хоть шашлычок сегодня порадует. Раз рыбка радовать не хочет своими поклевками. Второй день в ожидании.
Да неужели тут что-то есть, братан? А знаешь что? Червяк. Червяк? Червяка поймал. Прикинь. Ну вот у нас вторая партия шашлычка уже дожаривается. Влад проснулся. А рыба так и не ловится. Ждем поклевок. Вот такого дракона я поймал. И кукурузку, и червей.